Вопрос второй. В 2005 году вы стали чемпионом мира по русским шашкам. До этого в 97-м были чемпионом мира по бразильским шашкам. Думали ли вы в детстве, что станете чемпионом мира? Question 2. In 2005 you became the winner of the Russian Draughts World Championship. Before that, in 1997, you won the Brazilian Russian Draughts Championship. When you were a child, did you expect to become a world champion? Спасибо за вопрос. Знаете, я начал заниматься шашками в 10 лет. I started playing draughts at the age of 10. И у нас в группе, в которой я занимался, была очень хорошая дружная атмосфера. And when I took the classes of draughts, we had a very friendly atmosphere there. Мы играли в шашки, мы играли в теннис, мы играли в футбол, мы очень дружили друг с другом, и ребятам это очень нравилось, быть вместе. We played tennis, we played chess, we played other games, we were very friendly, and the children and teenagers in our group liked to be together. Вот. И потом были события, когда мы вместе все выезжали на соревнования, и это была очень прекрасная атмосфера. We had events that we participated in, and the atmosphere was friendly there as well. Уже на турнирах сложилось такое, ну, у меня возникло большое желание побеждать на этих турнирах, не просто принимать участие, а именно выигрывать. When I started participating in tournaments, it became important for me not only to take part in these events, but also to win them, to achieve results. В 12 лет я выиграл свой первый юношеский чемпионат нашего города. At the age of 12, for the first time, I won our city championship. И я понял, что могу играть хорошо не только у нас в группе или в нашем городе, но и в нашей стране. And I understood that I was good at this game, not only in our group, in the framework of the classes of drafts that I took, but also in our country. Я стал больше заниматься шашками, читать больше книг, работать над собой. I started to play drafts more, I started to spend more time playing drafts, I started reading books, and I started self-improvement. И где-то к 14 годам я уже понял, что я могу стать мастером спорта, и, наверное, где-то в это время я захотел выиграть большой чемпионат, такой как чемпионат мира. And by the age of 14, I understood that I could become a world master and to win even a world championship. И, ну, наверное, окончательно все-таки я понял, что могу стать чемпионом мира где-то уже в возрасте около 20 лет, когда уже стал участвовать в этих чемпионатах, в чемпионате мира, и занял третье место тогда, и вот тогда у меня появилась четкая цель стать чемпионом мира. Finally, at the age of 20, I became sure that I would become a world championship when I started participation in such championships.